потрясающих, только открытых портах национального уровня в городе Южном. И хотелось бы сразу выразить слова благодарности людям, которые, несмотря на достаточно тяжелую ситуацию в стране, на не совсем понятную ситуацию в городе Герой Южном, все-таки нашли в себе силы, нашли возможности, время, нервы для того, чтобы сделать то, что вы уже сегодня видели, увидите. Миша Бордук, Костя Крушев, Саша Тищенко, Славик Слюсов, ваш мэр Владимир Николаевич Новацкий. Это те люди, без которых праздник волейбола сегодняшний, и я из зазрения совести скажу, и праздник в будущем, он имеет место быть. В сегодняшнем турнире присутствует вся география Украины, 41 команда, из которых 10 женских, и это далеко не предел, это исключительно начало, и это начало не может не радовать. Присутствуют команды со всех уголков Украины. Луцк, Свалява, Херсон, Николаев, Одесса, Киев, Запорожье, Днепропетровск. Команд очень немало, и это не может не радовать. То, что первый официальный турнир на этом стадионе собрал такое количество команд, это хороший посыл в будущее. Благодаря усилиям простых южнинских ребят есть договоренность с Федерацией волейбола Украины о том, что вероятнее всего, мы пока не будем забегать вперед, вероятнее всего в следующем году на этом стадионе будет тренироваться сборная Украины по пляжному волейболу. А, к сожалению или к счастью, в отличие от классического волейбола, пляжная сборная выигрывает достаточно большое количество турниров, где-то выигрывает, где-то в призах. И будем очень сильно надеяться на то, что в следующем году мы здесь увидим уже заслуженных мастеров спорта Украины, да, людей, которые выступают во всех европейских чемпионатах, турнирах, которые выигрывают чемпионат Украины, и они будут тренироваться здесь. И мы, соответственно, будем поднимать и свой уровень тоже. Сегодня команды, которые присутствуют на турнире, это же тоже спортсмены с таким же победой, да? Да, я... Помимо сборной Украины, да, у нас есть люди, которые либо в недавнем прошлом, да, были основной составляющей нашей сборной и вообще основного костяка пляжного волейбола. Также есть, как вы уже видели, молодая поросль, да, сегодня у нас очень много команд, ребят, которым до 17 лет, да, то есть это не может не радовать. Также сегодня на турнире присутствуют два парня, Саша Лысяна и Сережа Сергеенко, это заслуженные мастера спорта по пляжному волейболу. Это люди, обладатели Кубка Украины по пляжному волейболу. И они, так исторически получилось, что мы уже больше 15 лет приезжаем в этот город. Раньше играли на одной площадке, на старой, да, но постепенно, вот мы проводим небольшой апгрейд, да, и становимся все лучше и лучше и лучше. На кого вы, может быть, делаете ставку? У вас же уже глаз наметанный. Глаз наметанный, и это уже четвертый тур нашей лиги, только под названием Лига Возрождения. Вообще это 10-й турнир в этом году. Есть две команды, которые сегодня, вероятнее всего, будут бороться за первое место. К сожалению, они обе, согласно моего мнению, не южнинские. Это Эдди Крезник и Костя Медяник, Ровно и Одесса. И Сережа Сергеенко и Саша Лысяный, про которых я уже говорил, которые являются мастерами спорта, своего пляжного волейбола, обладатели Кубка. Я думаю, что они будут в финале, но на самом деле, как говорят волейболисты, площадка квадратная, мяч круглый, сегодня покажет.